patronne voudrait être une large babino. Et y a déjà une jumie, ça serait le roi, ça serait le cac, à Chirogu, ça peut se ressentir roi. Нас интересуют те же вопросы, что и Нарта Шабатнуко. Каким был этот древний черкесский дом? Что он из себя представлял? Как выглядел? Попробуем найти ответы. На местонахождение этого дома старожилы указывали еще тогда, когда собирали эпос Нарты. По их рассказам, дом находился на нынешней границе Краснодарского края и Республики Адыгея, недалеко от аула Габукай. «Если сердце не смотрит, то и глаза не видят», – гласит адыгейская пословица. Сколько раз мы проезжали эти места, не обращая внимания на эти курганы, а между тем эти места являются сакральными для адыгов. Именно здесь собирались хасе, совет нартов, и нехасе, совет матерей. Здесь проводились народные собрания, принимались решения, которые вполне могли стать основой черкесского этикета адыга-хавзе. Согласитесь, картина до сих пор поражает воображение. В нартских легендах дается точная характеристика этого места. С трех сторон холм окружает ров с крутым скатом по краям. Четвертое, где расположен единственный вход, охраняется оврагом, что соответствует сказаниям. Можно без тени сомнений предположить, что дом нарта Аледжа стоял именно на этом холме. Дом был развернут фасадом на юг, и действительно отсюда хорошо просматривается вся местность. Сейчас мы находимся на том месте, где непосредственно стоял дом. Длина дома равнялась 30 тха. Мера длины на Руси – аршин. Предположительно, слово имеет черкесские корни. Дословно – мера в руку. Один аршин равен 71 сантиметру. Адыгская мера длины тха – это расстояние от безымянного пальца левой руки до правого плеча. Один тха равен 1 метру и 10 сантиметрам. Получается, что дом был длиной в 33 метра. Даже по сегодняшним меркам он совсем не маленький. Чтобы лучше все представить, обратимся к художнику-архитектору. По легенде, дом Аледжевых находился на опушке леса Курговых. Состоял он из нескольких комнат. Массивные входные двери из меди можно было открыть только усилиями 20 человек. Окна округлой формы открывались вовнутрь. Мы не знаем, с чем сравнить опорный столб дома, который притащили на 8 валах. Но у нас есть фотография, на которой изображено, как 4 вала тянут опорный столб размером в 12 аршин. Это 8,5 метров. Мы попытались найти строение с соответствующим опорным столбом. Поиски привели нас к зданию Национального театра в Майкопе. Высота фасадных колонн театра оказалась равна тем же 12 аршинам, то есть 8,5 метрам. На расстоянии 7 окриков можно было видеть смотровую площадку красавицы Акуанды на крыше дома. Каково расстояние в один крик? Не знаю. Тогда проверим. Зу!
Сейчас ты меня слышал? Тогда я отойду еще на 50 шагов, сейчас 200. Наверняка теперь установили. Хорошо, довольно. Если ты уйдешь еще дальше, то я тебя уже не услышу. Тогда получается, что один оклик составляет 250 метров. Перемножаем на 7. Получается, если хорошо крикнуть, 7 криков. Это что-то около 2 километров. Между греческой архитектурой архаичного периода и планировкой древнего адыгского дома очень много общего. Те же террасы, те же колонны. Строители Афин, даже перейдя в каменную архитектуру, практически без изменений перенесли этот стиль для создания своих акрополей и городов. Теперь, что значит колонна сама по себе? Колонна олицетворяет мощь, мужскую силу, группу мужчин или целое войско. Такую вот мысль вложили в него афиняне, и у нас также не просто там какой-то опорный столб, нужен был символ, чтобы показать мощь, силу, уровень культуры, высочайшую архитектуру. У греков таким символом стал акрополь, у нас же резиденция Нарта Аледжа. Вот так, наверное, и смотрелась резиденция Аледжевых. Своими объемами и величавым видом напоминает здание Национального театра Республики Адыгея. Я с удовольствием возьмусь за разработку комплекса Аледжа. Ты серьезную тему поднял. Многие говорят, что у нашего народа не было архитектуры. Я очень надеюсь на развитие этой темы и на то, что она даст свои плоды. Это непростой был дом. Состоял он из 5-6 комнат. В центре большой зал. Естественно, планировка была такая, что какие-то комнаты совмещались, а здесь зал заседаний. Парламент собирался, решал функциональные задачи. В целом, дом Аледжевых можно оценить как административно-культурный центр. Если речь вести о государственном образовании 3000 лет назад, оно существовало и здесь. Создано самими адыгами или заимствовано ими от греков. Не столь важно. Главное, что здесь была государственность и имелась городская культура. Это подтверждает археология. Та цивилизация, которая здесь просуществовала с 1000 лет, неотъемлемой частью ее были адыги, и она канула в лету, была сметена с лица земли. Городостроительное искусство было полностью утрачено. Сегодня не осталось у нас ни одного каменного строения, дома, города, которые можно было бы назвать архитектурными памятниками, построенными адыгами или греками. Теперь все это под землей, на глубине 3 метров. Живой пример – Синская гавань на месте современной Анапы. Раскопки показали, что там все выгорело. На территории исторической Черкесии таких городищ с мощенными улицами, каменными строениями зафиксировано более 150. Нашли другое. Дальше. В поисках останков каменных сооружений мы поднялись на гору Физиабго Майкопского района, где на вершине сохранился фундамент, скорее всего, храмового сооружения. У
У подножья горы раньше располагалось поселение, и, быть может, не одно. Следы былой цивилизации можно отыскать до сих пор. В конце 19 века уже таких мельниц не строили. Неожиданная находка – сгоревший колчан со стрелами. Ничто не вечно, все бренное, тленно. Это в психологии адыгов. Поняв, что на этой бренной земле нет ничего вечного, их мировоззрение изменилось. Изменилось отношение к жизни, стали больше думать и готовиться к жизни загробной. Монументальные строения, каменные сооружения теперь делались для ушедших в мир иной. В эпоху великого переселения народов, когда в считанные месяцы гунны уничтожают Боспорское царство, коренное население миоты, предки адыгов, вынуждены были отойти с берегов Кубани на юг, в горы. Быть может, именно тогда и сформировались уже знакомые нам обычаи, требовавшие довольствоваться тем немногим, что у тебя есть, и возведшие в идеал аскетическую простоту, в чем бы она ни выражалась – в пище, одежде и жилище. Легкое, быстровозводимое турлучное жилище, известное здесь издревле наряду с каменным зодчеством, оказалось идеально приспособлено к частым перемещениям, вызванным военным бытом адыгов. Уже в 15 веке подобная ситуация стала настолько привычной, что, по словам итальянского миссионера Джорджо Интериано, строительство каменного дома, согласно представлениям адыгов, было равнозначно собственному признанию в трусости. К тому же турлучные дома, лучше, чем каменные, соответствовали местным климатическим условиям. Адыги жили в единстве с природой. В случае опасности укрывались в лесу. При строительстве турлучного дома первый ствол не загоняли в землю абы как. Его должен был забить достойный уважения человек или почтенный старец. Дом строился без единого гвоздя. Использовались деревянные, но не железные гвозди. В этом они преуспели, за плечами как-никак тысячелетний опыт. Не в даху. Я гадлт фуа, и хуриях же яжным и чахаам водизча, шокотан чуху, бгуку. Сначала укладывали камни по периметру будущего дома. Потом длинные балки, тесаны с четырех сторон, устанавливали в ряд на камнях. Просверливали и аккуратно вставляли в отверстие опорные столбы. Дальше начиналось плетение свежими прутьями. Прутья не могли долго залеживаться, привезли, и сразу начиналось плетение. Входные и проходные двери оставляли, а на окнах столбы не обрезали, пока не закончат плетение дома. После прутья на оконном проеме закручивались и переплетались в обратную сторону, что придавало жесткость всему строению. Дома могли отличаться по архитектуре, но не очаг. Он был сакральным местом в жилище черкесов, традиционным элементом во все времена, символическим центром, относительно которого определялась престижность занимаемого места. Очаг священен, нельзя его оскорблять, лить в него воду и уж тем более кидать в него мусор – это осквернение духа домашнего очага. Возведение же его начиналось одновременно со строительством жилища. У кубанских адыгов очаг чаще всего располагался у продольной или боковой наружной стены, ближе к противоположному от двери углу.
У причерноморских шапсугов очаги могли примыкать ко внутренней перегородке, а у кабардинцев и беслинеевцев располагался в особой нише, и чаще просматривается вынос границы очажной трубы за периметр дома. В 1679 году французский купец барон Жан-Батист Тавернье по дороге в Персию зарисовывает общий вид поселка, принадлежащего черкесам. Необычное поселение округлой формы. Дома, состоящие из одной-двух комнат, выстроены по кругу, стена к стене, до тех пор, пока кольцо не смыкалось. На плане черкесской деревни написано по-французски. Все это большое пространство занято людьми, которые говорят о своих домах, что надо жить дружно, как они. Архитектура необычна очень. В ней смысл был. В ней смысл, главный был смысл, это вырастить правильного человека. Человека, который может жить в социуме. Архитектурная традиция, она не может родиться вдруг, и не может вдруг исчезнуть. То есть, если вы изучаете архитектуру какого-то народа, вы должны взять за основу что? Самое главное, это то, что она, трансформируясь, сохраняет общие какие-то принципы. То есть, главный принцип, в частности, у черкесов был, это совместное проживание, родовая система, жить вместе. Сложная система переплетений, взаимоотношений внутрироддовых, которую мы сейчас потеряли практически. Поддерживаем чисто символически. На самом деле это серьезная потеря. Да, и поэтому мы сейчас удивляемся тем вещам, которые были тогда привычными. Не можем объяснить, почему входные двери каждого дома выходили не в центр поселения, что казалось бы более логичным, а наружу. Это могло означать только одно. Жители поселка открыты каждому человеку, и законы гостеприимства тогда уже были сформированы. Об этом и свидетельствует надпись на внутреннем контуре. Эти помещения предназначены для столов, для их общих, а также для дорогого гостя. Результаты аэрофотосъемки на Кабардинском хребте дают четкую структуру поселений, состоящих из центральной площади и окаймляющего ее двойного ряда домов. Точно такая же техника строительства применялась и поселенцами, населявшими древние города в Аркаиме на Южном Урале. Традиционная черкесская техника возведения стен – турлучный тип с двухрядным плетением и забутовкой в центре. Такой принцип в архитектуре вы нигде не найдете. Приходит род целый, расчищает местность и строит солнечный диск. Вот такой чертеж наносится на местности. И по нему строятся дома. Невероятно. Заставить просто группу людей строить что-то по проекту, я вот как специалист в этой области, поверьте, это сложно сделать. Каждый выделяется, каждый пытается. А тут строго по плану все строят. Никто не пытается выделиться, показать, что он больше может дом построить, или у него больше чего-то там, денег или строительного материала. Не было этого. Может быть, это и не нужно человеку для того, чтобы развиваться правильно. В годы Кавказской войны равнинные адыги, обитавшие в легкодоступной местности, укрепляли свои аулы в обязательном порядке. Военные источники описывают тройные укрепленные связями плетни, ограждавшие Бжедукский аул Энем. Беслинеевские аулы подаются как небольшие крепости, а плетневые оборонительные башни, зафиксированные в темиргоевских селениях начала XIX века, описаны уже как характерная особенность вообще всех равнинных аулов черкесов. Типичный образец фортификационного искусства адыгов – оборонительный комплекс хатукаевского аула Джан-Клычева, расположенного на изгибе реки Белой. Недоступный со всех сторон, он имел единственный укрепленный вход.
В горных районах Причерноморской Шапсугии, Абадзехии, Натухая и Убыхии утвердился иной локальный вариант адыгского жилища – срубный дом. В силу естественной природной защиты селения здесь были менее подвижны, что позволяло полнее использовать имеющиеся ресурсы строительных материалов. Дома возводились из цельных бревен, слегка подтесанных топором или досок, расколотых надвое. Кровля двускатная, тесовая. В шапсугском ауле Легутх этот дом считается одним из старейших. Сегодня, может, он и выглядит облагороженным, но здесь сохранились все элементы черкесской традиционной архитектуры. Используем наши возможности, давайте убедимся в этом. Здесь потолок застелили досками, а там он был обмазан. Очажная труба очень старая. Скорее всего, ее возводили одновременно с домом. Прямо здесь мы можем видеть технологию возведения и устройство этой трубы. Дымоход широкий, и это подтверждает древнюю адыгскую поговорку «войти через трубу». Крыша дощатая, раз, два, три, четыре слоя, дождь ей не страшен. Из кунацкой мы заходим в хозяйскую комнату, далее в коридор, где мы видим вторую входную дверь, а здесь, скорее всего, девичья комната или комната для молодых. А какова будет модель традиционного черкесского дома с учетом современных реалий? За основу возьмем все тот же шапсугский дом, который уже затронут веяниями 20 века, где кунацкая подведена под общую крышу и вход в нее с почетной правой стороны. Сохраним и мы это старое этикетное правило – правило почетной правой руки. Левую боковую стену, как и раньше, делаем глухую, чтобы в случае необходимости иметь возможность пристраивать дополнительную секцию. Как всегда по-черкесски, везде просматривается гениальная простота и практичность. Ой, я,